Всем здравствуйте! Меня зовут Екатерина, моего сына зовут Никита, ему 4 года. На данный момент проходим лечение в центре БР «Давид» дистанционно. С Давидом мы познакомились в январе месяце. На данный момент у нас уже было 4 сеанса. Сейчас я расскажу вам о наших улучшениях. До знакомства с Давидом у ребенка не было речи, то есть ее вообще как таковой не было. После первых сеансов у ребенка я заметила улучшение. Я пожаловалась Давиду, то что когда ребенок собирает игрушки вечером, это у нас были истерики, крики, то есть вообще ничего нереально было сделать. Потом после сеансов я заметила, что ребенок стал более спокойно реагировать, когда мы собираем его игрушки, когда мы ему что-то говорим. То есть он нас стал воспринимать, он нас стал замечать, видеть. То есть как бы в этом плане у нас очень хорошо улучшилось понимание. Вот. После еще нескольких сеансов с Давидом у нас появилась речь. То есть речь уже предложениях было, то есть он уже мог попросить что-то, уже как-то сказать, то есть если раньше вообще не было речи никакой, то есть даже ребенок он просто показывал пальцем, и то не всегда, то после этого он как-то уже стал более легче произносить, запоминать. Вот, что еще могу сказать о том, у нас стало лучше с купанием, то есть если раньше ребенок он вообще купаться не любил, вот, то есть он боялся душа вот этого всего, у нас были истерики такие серьезные, вот, то после сеанса с Давидом у нас тоже улучшилось, то есть он спокойнее стал идти в ванну, он уже знал, что его будут купать, вот сейчас вот буквально он показывает на голову, что ему надо помыть голову, вот, хотя у нас раньше, вот, когда ему моешь голову, он очень сильно кричал, он зажимал ушки, он боялся вот этой воды, то теперь он спокойно воспринимает воду и даже просит, чтобы его помыли. То есть это нас тоже очень радует. То есть ребенок с удовольствием идет в ванну. Вот. Также ребенок не любил мыть руки. Он тоже кричал панически. Вот как-то что-то у него с водой, какая-то вот, как негатив какой-то. А теперь он спокойно идет, моет ручки, хорошо. То есть ему это уже как бы он понимает, ему это нравится. Вот. В плане занятий. В плане занятий он тоже стал более усидчивее, он стал более запоминать, что мы от него хотим, то есть выполнять наши просьбы. То есть если раньше он вообще с нами никак не хотел играть, то есть контактировать не давал, не впускал в свою игру, то теперь он наоборот хочет, чтобы мы с ним играли, он нас просит об этом, ему очень это нравится. Вот. Так, что еще? Еще у нас ребенок, он очень любит рисовать, рисует красками очень хорошо. До этого он как бы тоже размазывался, все не понимал. После сеанса с Давидом он тоже начал как бы уже все понимать, как кисточку мыть, как цвет наносить на вот. То есть как бы у него тоже появилось понимание вот это вот, то есть он потянулся к рисованию. Сам. У него как бы как какой-то талант раскрылся в ребенке, который вот у него, ну, может быть, он у него и был, но Давид этому способствовал. Я считаю, что это вот как бы благодаря Давиду. Вот. Он еще стал самостоятельно кушать. То есть мы его посадили за стол. Вот. Раньше он как бы сам не кушал, он просил нас, чтобы мы его кормили. Вот. Теперь он садится сам, и он самостоятельно может кушать, причем кушает аккуратненько, то есть не выливает, как раньше это у нас было, вот, он аккуратненько кушает, вот, также он научился пить из чашки, вот, из чашки тоже очень хорошо пьет, ну, проливает, правда, но уже как бы воспринимает, что надо пить из чашки, то есть если раньше это была бутылка, то, ну, вот, то теперь он умеет пить из чашки. Что еще? У нас еще очень хорошая новость. Мы пошли в детский садик. Вот. Мы ходим в садик, в коррекционный, но тем не менее он ходит.